Вот такие вот машинки, которые будут мановением руки, управлением руки, будут бегать по трассе. Правильно я говорю, молодой человек? Будут бегать? Бегать? А что делать-то они будут? Они жили после этого. Он там сидит, где управлять. Зачем бегать-то за ними? Да не за ними, а сами машинки будут бегать. Они ездить будут. А ну бегать и ездить, это мне кажется одно и то же. Бегать будем мы за ними. Вовсю идет подготовка к сегодняшнему фестивалю. Вот доставляют еще 3 железных коня к тем, которые уже здесь находятся. Это уже едут ребята из Костромы. И железные кони. И так говорят, легко. Нет, даже не так. Вот эта картинка вам немножко что-либо напоминает? Так вот, таким образом готовятся преграды для тех, кто сейчас прибывает интенсивно в Демино. А прибывают сейчас мотоциклисты, картингисты. Это предстартовая ситуация. Подготовка Рыбинского радиоклуба. Ребята будут проводить здесь охоту на лис, правильно я информирована? Как? И радиосвязь со всем миром. Опа, и даже радиосвязь со всем миром. Не просто так. Так. В том году, когда проходили соревнования... Мы связались с Краснодарским краем, мы связались с Белоруссией и связались с Екатеринбургом. Здорово. Мы тут особо серьезный контент не строим, в общем-то. Как бы нам сам факт радиосвязи интересен. Вот, поэтому вот расстояние не очень большое. А так, конечно, потенциально можно даже с тем концом миром, с Америкой, с Канадой. Ну, в общем, с теми материками, с Австралией, Японией связь без проблем держать. Спасибо вам. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, вас приветствует общественная организация «Рыбинский радиоклуб», член Союза радиолюбителей России, Рыбинское отделение. Находимся мы в высшей шахматной школе улица Зои Космодемьянской 1А. Это во дворе за бассейном ТЭМ. Секция существует уже очень-очень давно, где-то с начала 60-х годов. Вообще радиолюбительство в Рыбинске с 1928 года. Одним из первых был ставший впоследствии академиком Саша Расплетин. И благодаря ему развелось это хобби в нашем городе. Сейчас мы занимаемся ведением связи на коротких волнах, больше всего на ультракоротких волнах. Пытаемся возродить спортивную радиопеленгацию, которая раньше называлась «Охота на лис», и у нас была очень сильная команда, составляла 2/3 сборной области. Вот так понемножку существуем. В настоящее время у нас в клубе 14 мастеров спорта, при том, что во всей Ярославской области, кроме нас, 7 мастеров. Есть у нас один мастер спорта международного класса, поэтому секция имеет неплохие результаты. Но вот в прошлом году и еще пару лет до этого в международных соревнованиях наша команда занимала 5-е место, где-то примерно из 130-140 команд. Да. Это здорово. Очень-очень здорово, особенно если бы кто-то нам помогал, то было бы, наверное, еще лучше. Сейчас, поскольку организация общественная, все делается только на энтузиазме и на своих кошельках. Спасибо. Вся аппаратура, вся мебель, компьютеры, все или принесено из дома, или сделано своими руками. Спасибо вам большое. Удачи вам на сегодняшний день и нам всем хорошей погоды. Спасибо.